Небольшой аттракцион. Девочки, можете себя укусить за локоть? Нет, Алена, вы не можете, а вы, Ольга. А я могу, Алена, просто. Я могу только свой локоть. Вот, смотрите. Вот, смотрите. А говорят, что физически укусить себя за локоть невозможно. А еще говорят, что из нежной Настеньки Задорожной невозможно сделать дерганого паренька в майке. Но мы-то знаем, невозможное возможно. Всегда очень такой взгляд. Он всегда, когда поет, он делает вот так вот. Да, это точно. Всегда кач у него. Нервный кач. Вы уже определитесь. Нервный кач. Нервный. Острый кач. Хорошо. Вот, да, класс. Но мы здесь и... Ну, да. Сейчас я прыгну. Он очень любит какие-то жесты руками тоже. Это обязательно любит. Вот это вот. И сейчас прыжок, приготовьтесь. 3-4, 1-2-3-4, хопа! Главное выучить прыжок. Мне приятно в большей степени изображать Димку, потому что все-таки он как-никак мой однокашник. Угу. Я когда-то приносила ему шпаргалки, когда он поступал в ГИТИС. Вы вместе учились? Да, мы учились с ним, можно сказать, на одном курсе, но, по крайней мере, одних педагогов. Просто поскольку Дим тогда уже активно работал артистом, а я ходила заниматься в ГИТИС постоянно, то есть Дима периодически приходил на занятия. Почему вы не пользуетесь? Вот я поражаюсь. Почему вы не пользуетесь этими знакомствами? Нельзя позвонить, там, на часок встретиться, где-то в репетиционном зале. Дима тебе научит, покажет всем. Или так мне не принято? Мне как раз кажется, это не получится. Как раз это же нужно наблюдение за персонажем. Ну. Вот. Это наблюдение, это не значит, что ты пришел, Дим, покажи, как ты это делаешь. Диму надо наблюдать нет? именно со стороны, потому что когда он будет пытаться что-то делать, это будет совершенно иначе. Ну так, смотри, надо сделать свой. Я знаю точно невозможное возможно. Попробуй сейчас спокойнее делать. Он же нарцисс. От него даже энергия не уходит никуда в зал. То есть он настолько вот закрыт, вот у него все вот в себя. А попробуй. Это очень тяжело и мерзко. Почувствуй себя реально мерзко. Одиноко, глубоко внутри. О, глубоко копнула. А как ты хотела образ? Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Вот любуйся собой, да. Ты такая женственная, мы все тут восхищаемся твоей роскошной фигурой. Твои ноги Тины Тернер уже, мне кажется, не обсудил только тот, как говорят у нас в Украине, кто не моя рота. А сегодня первый мужской образ. Да. Жесткий, нервный, чуть-чуть экзальтированный, чуть-чуть такой всегда на выкате Дима Билан. Абсолютно полный перевертыш. Хотя, с другой стороны, по динамике, мне кажется, в чем-то я даже с ним схожа. Конечно, ну вот эта острота, бесконечное дергание Димы, его, конечно, нужно было приобретать за это время, пока я занималась. Вот, так что да простит меня Билан, если он будет это смотреть. Я старалась как могла. Я знаю то, что невозможно, невозможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. У нас в шоу Must Go On невозможное возможно. Да. Я хочу тебя побыстрее уже в лифт отправить, потому что мне интересно, что же такого с тобой сделают? Бородку, там так далее. Мне самое уже очень сильно любопытно. Спасибо, я пошел. Давай, пошел. О, пошел. Как быстро они хватают это. Дима Билан, встречайте. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя, не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно и возможно, знаю точно. Прошу, ты мне ответь, в какие города мне за тобой лететь? Я готов на край земли, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно невозможно, невозможно. Но! Сойти с ума, влюбиться так, где она.
все готов делить с тобой пополам. Но только ты поверь, я сделал выбор сам. Дай же мне последний шанс, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно невозможно. Штаны что потерял? Вот я поняла, друзья, посмотрите, извините, пожалуйста, что я акцентирую внимание. Вот ничего не выдавала за дорожную. Кроме Билана, задней кроме точки. Женской попки. У Билана-то оно вот совсем не так. А тут такая красивая. Но ничего, это позволительно, это мы-то не отрежем и не замаскируем. Извините. Трах тебе дох, пускай поставят хорошие оценки. Алена! Оценки впереди, но, тем не менее, комментарии прямо сейчас. Ты меня сегодня порадовала. Видимо, тебе нужен был образ такого свободного молодого человека, абсолютно популярного певца, для того, чтобы освободить свою энергию и показать, что ты поешь хорошо. Мне показалось, ты чуть-чуть не справилась с номером. Знаешь, есть момент такой, когда номер главенствует над артистом, это видно. Вот мы сегодня были этим свидетелями. Це впевнена був задум Насті вийти поза номер. Білан, йому ж байдуже вокал. На сцені Білан – це діагноз. Це людина, яка насолоджується собою, своїми повадками. І байдуже, як він співає. Головне, щоб гарно сиділа біла майка і джинси. Спасибо, Оленька. Ви навіть підпівали, Юрій. Вы что ли фанат Билана? Прежде всего я фанат Насти, это прежде всего. Вот такое ощущение, что вот Настя как бы Билана сделала такого, ну, который вот закончил школу только что, такой молодой Билан. Юный Билан. Начинающий Билан. Начинающий. Поэтому мне совершенно не нужна была оборотка, можно было просто подкрасть, потому что они мешали, что-то начало обрываться, и я вижу, что Насте это мешало. Вот точно вот такой образ, Билан закончил школу. Но экспрессию у Насти не занимать. Это, конечно, очень сложный образ. Юр, и очень сложный персонаж. Вот ты согласен со мной по поводу того, что есть номер и артист в номере? И когда вот, ну вот, понимаешь, о чем да. я говорю? Да, мне очень понравились спущенные эти джинсы. А мне интересно, как вы декольте замотали? Просто... Вам показать, Оленька, да? Впервые! Куда мы делаем? Минуточку, впервые. Ольга Фреймут хочет, чтобы кто-то разделся. Ольга, мне вообще сегодня нравится. Кубики! Кубики! Вау! Аплодисменты Диме Билану!